Всем привет, с вами как всегда Робзи и добро пожаловать в Roblox. И мы продолжаем играть с вами в симулятор питомцев. И в этой серии, друзья, у меня для вас есть обалденная новость. Какие питомцы у меня появились? Ребята, это почти самые лучшие питомцы в этой игре. Их у меня 8 штук. Кстати, такой питомец у меня уже был, и я его случайно удалил. Если вы не видели эту серию, посмотрите, это было такое фиаско, что это просто капец. И, кстати, надеюсь, вы оценили способ открытия сундука за 5 секунд из прошлой серии. Если не смотрели, обязательно пересмотрите и поставьте лайк. Итак, ребята, вот этот сундук теперь я открываю с помощью вот этих питомцев за 11 минут, вернее, за 10 минут 55 секунд. Я уже открывал, считал, а сейчас он почти открыт, и мы его с вами просто дооткрываем. После этого я покажу питомцев и как они зарабатывают вообще в этой игре, что на что они способны. Вот тут осталось буквально 500 миллионов, напоминаю, что у сундука 55 миллиардов, и я вскрываю его, грубо говоря, за 11 минут. Это сейчас пока что рекорд, ребята, реально рекорд. Так, и я вскрываю, получаю за этот сундук... немного, не мало, 1 триллион 216 миллиардов и так далее. В общем, у меня уже 7 триллионов в этой игре. Эти питомцы — это просто нечто. Посмотрите на этих красавцев. Посмотрите на этих просто мега красавцев. Давайте мы телепортируемся с вами в начальную локацию и пойдем просто проходить и проверять, сколько я буду получать сундуков с помощью этих обалденных питомцев. Ребята, понимаете? Я сейчас покажу их статы. Кстати, видите, они начали светиться одинаково. Чтобы они светились как бы радугой, нужно их перепризвать, ребята. Посмотрите, это 8 Rainbow Dominus Electric, ребята. 8 штук Rainbow Dominus Electric, ребята. Посмотрите, 3200 на 2700, но это в шапке. Обычные его статы — это 3 миллиона да, на 2,5. И таких, ребят, у меня 8 штук. Если все их посчитать, то это получается 24, ребят. 24 миллиона силы, вы понимаете, это как много, это капец, ребят. Да, ребята, 24 миллиона силы на 20 миллионов скорости в общей сложности у этих питомцев. Это просто капец. И, кстати, чтобы они светились по разным цветам, надо их просто убрать, а потом снова вызвать. Тогда будет очень красиво, сейчас вам покажу, как это делается. Вызываем теперь заново, быстро, чтобы они успели одинаково светиться. И вот так, и давайте последнего. И теперь они светятся вот в разнобой, просто всеми цветами радугами. Это обалденные питомцы. Кстати, спасибо большое Олегу Днепру за то, что он мне подогнал таких питомцев. Я не знаю, где он их достал, я не знаю, как он их достал, но я очень благодарен за вот такой вот подгончик. Я, конечно, был расстроен, когда удалил одного такого питомца и достал его очень-очень тяжким трудом. Но теперь у меня их есть 8, ребята. Мне уже осталось, в принципе, недалеко до Хьюг Доминуса. Кстати, у Хьюг Доминуса, ребята, статы 5 миллионов на 5 миллионов. Получается, 2 вот таких питомца уже сильнее, чем Хьюг Доминус. Но не сильнее, чем радужный. Да, радужный Хьюг Доминус, у него 25 на 25 миллионов. И он сильнее, чем вот эти вот 8, понимаете? Вот такой вот питомец. Но его пока что нет даже в игре. Хьюг Доминус обычный в игре вообще есть уже, но... Он его буквально единицы. Но вот у меня есть 8 таких питомцев. Вот 8, ребята, еще ни у кого, мне кажется, нет. И я реально сейчас топовый персонаж. Просто в этой каточке, как говорится. И фармлю теперь все сундуки за 1 секунду, ребят. Это, кстати, игра зависла. Это, кстати, игра зависла, потому что я зафармил, должен был просто за долю, за миллисекунду, даже не за секунду. Получаю я денег, короче, там такие количества просто безумные. Мы посмотрим, сколько я получаю за последний сундук. Эти сундуки я вскрываю, единственное, что лагает, видите? Из-за того, что они слишком быстрые, даже сундуки долго открываются, потому что лагает. Я даже в последней зоне, ребята, открываю сундук за секунду. Конечно, не золотой на 55 миллиардов, его открываю за 11 минут. А эти секунды, за секунды должны открываться, видите, из-за того, что... Стойте, а если одного направлю, он быстрее откроет? Смотрите, один быстрее открывает, чем они все. Из-за того, что их начинает просто лагать из-за скорости, видите? Они прилетели и стоят, ждут. Из-за того, что слишком большая сила и скорость, они просто подлагивают. Этот сундук тоже открывается буквально за считанные секунды. Вот, раз, из-за того, что подлагало. Он вообще должен открываться, если у него 7 миллионов, а у меня открытие 24, ребята. То он должен открываться, видите, одним питомцем он открывается, видите как. Он одним питомцем открывается за секунду. А у меня их 8. Это капец какой-то, ребят. Я думаю, что вот этим видосиком я заслужил лайк. Давайте наберем хотя бы 4000 лайков на этом видосике. Я думаю, вы обязательно это сделаете, потому что такого, я уверен, что вы еще не видели. Это просто уникальный контент. И еще раз спасибо Олегу Днепру за такой подгончик.
Опять же напоминаю, в этом видосике, если у вас появится Хьюг Доминус, пишите мне в дискордик, мы с вами договоримся, ребят. Но эти питомцы — это просто нечто. Я могу теперь просто вот все открывать за секунду. Причем не только в этой локации, в любой локации делать вот такие вот штуки, вот эти сундуки, все это улетает. Даже, смотрите, вот этот сундук одним питомцем. Смотрите скорость. Скорость открытия одним питомцем, ребята. Просто одним, одинешеньким. Вот так вот раз, открываю этот сундучочек, открываю этот, этот, направляю на этот. Я просто сейчас не буду успевать их перенаправлять, потому что они все пооткрывают здесь за считанные секунды. Вот так, вот так. Смотрите, я пока одного направляю, другое уже открывает. Невозможно уследить за ними. Они очень-очень мощные. Так, они уже должны были все вернуться. А теперь направим всех на один сундук. Смотрите, что произойдет. Ничего, мне залагало. Кстати, сундук... Ага, все, смотрите. Раз, он открылся за секунду. Любой сундук. Даже вот этот сундучочек. Смотрите, тоже отправил. Все, они уже открыли его. Раз, открыли. Даже вот этот вот сундук мы сейчас откроем с вами. Смотрите, одним питомцем. Одним питомцем открывается вот так. Да, тут уже немножко подольше. Видите, даже придется нам подождать буквально секунды 3-4. Но если мы направим всех питомцев сразу на этот огромный сундук. Вот так вот. Прум. И все. И все, реально, секунда. Любой сундук на карте открывается за одну секунду. Вот этими просто звери. Это не питомцы, это какие-то звери. Да, у меня остались еще, кстати, питомцы. Я потихоньку собираю еще питомчиков. Но вот, это, ребята, мощь. 3 миллиона на 2,5. 3 миллиона на 2,5. И здесь 3 миллиона. И здесь 3 миллиона. И здесь 3 миллиона. А здесь чуть-чуть больше. 3 миллиона 30. Здесь у нас 3200 на 2700. Ну, здесь потому что у меня одета шапка, которая у меня единственная. Ну, повезло мне выбить только одну. Вот такая вот топовая шапка Robux. Я, кстати, ребята, знаете, что скажу? Что, скорее всего, в следующем обновлении добавят какие-то шапки. Пора уже добавлять шапки. Ну, питомцы на 25 миллионов у нас уже есть в игре, а шапок на 20 миллионов пока что еще нет. Поэтому в следующем обновлении я уверен, что будут шапки. Если вы согласны со мной, ставьте лайкусик прямо сейчас. Итак, что мы будем с этими петами делать? Они у меня уже, кстати, 46 тысяч уровней, 48 тысяч уровней. И я, кстати, вот этот сундук открываю как? Я не просто взял вот так вот, направил питомцев и все. Так они будут, так он будет открываться 20 минут, ребят. В два раза дольше. Сейчас мы их оттуда уберем, мы вернем их сюда. Как я открываю? Как обычно фича, ребята. Я открываю вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Потом зажимаю кнопочку мышки на нем и как бы направляю еще раз всеми максимум, чтобы тогда эта скорость удваивается. И значит, сейчас скорость открытия, вернее, скорость открытия у них 40 миллионов в данный момент и сила открытия 25 миллионов. Но все равно, видите, сундук сразу не поддается. Он все равно, я думал на самом деле, что он будет открываться, ну, минуту, минут за 5, наверное. Нет, все-таки 10 минут, даже 11 минут открытия этого сундука. Но я считаю, что это неплохо. То есть вы тратите буквально себе 11 минут, открываете топовый сундук. Но на самом деле мне не нужно его открывать, вообще уже не нужно. Ну куда, у меня 7 триллионов, мне их просто девать некуда. Что мне с ними, пирожки на них солить? Вот что мне делать с этими деньгами? Открывать вот эти яйца я не могу. Если бы админ сделал такую штуку, типа ты нажал на кнопку, у тебя сразу 300 яиц открылось. Или там, я не знаю, 100 яиц хотя бы можно было открыть, реально. Пускай введет геймпасик, за который можно открывать не по одному яйцу, а там по 300. И пускай это стоит в два раза дороже. Ну, хоть что-то, знаете. Я понимаю, ребят, что вы есть многие, кто из вас смотрит этот видосик, не такие прокачанные, как я, или даже далеко не такие прокачанные, как я. Но, понимаете, если вы прокачаетесь вот так, у вас станет такая же проблема, что вам просто некуда девать деньги. Хэллоуинские коины я уже не фармлю, потому что смысл в них потерялся. Были у нас до этого... скелетики, они очень были крутые, по 5 миллионов даже были статы у них, если выбить, конечно, топового, ребят, даже стоп, какие, 2,5 миллиона, то есть радужный скелетон уже хуже, чем вот этот, как я и говорил, у него было 2,5 на 2,5, мы его тестили, у меня есть тоже на канале видосик, это у нас, если не ошибаюсь, с последнего яйца, так, давайте мы вернемся в начале, сейчас же у нас можно посмотреть, какие у нас питомцы в каком яйце. Кстати, у нас как и в первом яйце, так и во втором падают одинаковый дрог. Ну, почти одинаковые. Как бы последние питомцы там тоже есть. В общем, теперь вот эти яйца стали бесполезными, ребят. Посмотрите. Нет, если вы только начинаете играть, вам выгодно нафармить вот эти вот коины хэллоуинские. Это просто нечто. Потому что вот с помощью этих питомцев вы можете хорошо себя раскачать. Да, видите, здесь тоже падает этот питомец. Последние три здесь тоже падает. Даже 4-5. Ничего себе, здесь почти все падают, да, здесь только добавлены первые 4, но здесь шанс очень маленький. Я, конечно, выбивал вот этих вот, и радужный у меня тоже был, ребята, мне давали тестить его, но он все равно не такой крутой, как вот эти вот петы, это просто, ну, это мутанты какие-то, ребят.
На самом деле, как говорил, это уже перебор в этой игре. Ну, что с ними можно делать? Открывать здесь монетки? Нет, я с такой же скоростью открываю в последней зоне. Вот можно отправиться в тех валей. И я с такой же скоростью буду открывать. Они, кстати, телепортируются, эти питомцы. Они уже просто не перемещаются, они реально телепортируются. Видите, их дергает. Скорость такая бешеная, что их просто дергает. Здесь тоже я открываю также монетки просто с одного тычка, ребята. Вот так. Что с ними делать? Не знаю. В общем, но все равно я игру еще не прошел. Я игру пройду тогда, когда у меня появится Хьюг Доминус. Потом еще и радужный Хьюг Доминус. Только тогда я посчитаю, что я игру прошел. Естественно, до обновления. В каждом обновлении у нас появляются крутые питомцы, и они каждый раз сильнее и сильнее. И этим, ребята, игра затягивает. Если вы согласны, ставьте лайк. На этом я видосик заканчиваю. Если понравилось, поставьте тоже лайкусик. На сегодня все. С вами был Как Сидоробзи. Хорошего настроения. До встречи в следующем видео. И всем покедова.